мы заключили брак, и это самое прекрасное, это самое главное. Сказали, ну есть же этические нормы, вы же оскорбите чьи-то чувства. Прежде всего, нам теперь требование, чтобы наши гости сняли символику, на что мы ответили категорическим отказом. Мы проводим торжественную церемонию. Гардероб. Дадим суд на этот ЗАГС, потому что они попытались испортить нам церемонию. Попросту нарушали закон.